Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем играть в удивительную игру под названием Айл, в которой мы выращиваем динозавров, а потом от них убегаем. Что за безумие, за мной гонится Гига? Или Акро, я не знаю, но он хочет моей крови, и если я сейчас сломаю ногу, не дай бог, это будет для меня полная фиаско, полный конец. Он гонится или нет? Фух, вроде бы отцепился, он понял, что догнать меня не сможет. Друзья, мы продолжаем развивать нашу стаю, и я сломал, черт возьми, опять ногу. Если кому интересно, играю я сейчас на сервере Mesozoi Survival, играю тут каждый день, так что если хотите, присоединяйтесь, будем веселиться вместе. Ну а пока я буду лежать под кустом и молиться, чтобы не погибнуть. Это просто жопа, гребаные скалы. Опять эти скалы хотят моей смерти. Вы видите всех этих людей на экране, да? Все они родились из меня практически, да? Я сделал огромную стаю, но большим динозаврам это, как всегда, не понравилось. Они пришли, чтобы нас кушать. Они хотят кушать. Но, надеюсь, мы выживем. Уже многие погибли, хотя RMC жив, Error жив. Больше всего, конечно, мне жалко Ника. Дима тоже, кстати, здесь. Здесь многих вы уже видели, со многими мы играли. Ника просто бежал со скалы и разбился. А вон и тот гигант. Черт, он что-то знает. Фух, пошел наверх. Вроде бы не хочет пока моей плоти. Не хочет моей смерти, надеюсь, и не будет хотеть... О, нет, не разворачивайся, пожалуйста. Пожалуйста, сколько у меня дэмэджа? 11, хоть бы он не пришел сюда, блин. Вообще повезло, что он не... Если бы он бежал дальше за мной... Если бы он бежал дальше за мной, вы же знаете, чем бы это закончилось. Он бы увидел, что я сломал лапу, и было бы плохо. Если вдруг он пойдет сюда, я попытаюсь аккуратненько встать на корточки и просто перебраться в другие кусты. А сижу я здесь, потому что, блин, мне хочется наблюдать за тем, что вообще происходит с моими детенышами, с моими внучатами, потому что я рожал детей, дети рожали детей. Ну, я уже, наверное, даже прабабушка в каком-то смысле. Ой! Вот это везение! Черт возьми, вы видели, он шел прямо на меня, но решил развернуться и не стал трогать. Какого, мать его, хрена, это просто... Что это было? Ну здесь-то меня эта сволочуга не достанет. Я сижу в соснах. Сосны — это главная защита. Кто вообще жив? RMC жив, хорошо. Дима погиб. Дима жив, фух. Фух. Если бы я не сломал два раза подряд ногу. И до этого была нога сломана, и до этого, вот только прям перед записью, думаю, дай, сяду, отсижусь, подожду, пока нога восстановится, и что? Бэмс! Снова сломанная нога? А все из-за чего? Из-за паники, из-за ужаса. Ты бежишь, не оглядываешься, не смотришь под ноги. У тебя в голове одно — выжить, спастись и не увидеть никогда экрана вот этого. Когда пульс у тебя исчезает, отвратительный экран. Лучше бы я был бессмертным. Хотя и бессмертным было бы играть не так интересно. Совсем нет интриги. Надеюсь, вы переживаете сейчас за моего динозавра не меньше, чем я, потому что все закончится, и не будет зрелища, хлеба и прочего, если вдруг я погибну. Ну, разбежались все, конечно, очень так быстренько. Малыши, хорошо, что малыши смогли удрать. Так, ну не пали только меня, пожалуйста, рефлекс Алафарл. Не пали меня. Надеюсь, ты за собой не привел хвост. Не надо, ну не говорить! Ничего не говори. Просто молчание. Молчание — золото. Золото — это молчание, молчание — это жизнь. Давайте просто немного посидим в тишине. У меня один дэмэдж на ноге. Буквально парочку секунд. И потом разговаривайте, говорите, кричите, пойте песни. Неважно. Один. Не надо, не палите, пожалуйста, меня. Я вас родил, я вас и убью, если вы меня спалите. Такс. А! Ну исчезай. Да, в рассыпную лучше всего. Конечно, тогда он как бы съест одного, не всех. Если все бегут в единую стаю, то получается, что он может за один кусь сделать
больно всем. Так, где он вообще? Там еще юты были. Предлагаю вообще переезжать отсюда. Так, или сбегать на разведку, посмотреть. Мне все же интересно. Я не могу сидеть в стране. Наверху у нас еще остался один ребеныш и мое гнездо. А гнездо не мешало бы уничтожить. Так, сделаем это красиво. Обойдем здесь. Сломаем гнездо, и можно будет уже как-то передислоцироваться. Главное не свалиться со скалы здесь. Главное не сломать ногу. Тихо, спокойно. Звуков я не слышу. Криков нету тоже, как, в общем-то, и шагов. Просто аккуратно подбегаем к гнезду, ломаем его и такой же дорогой сваливаем. И не ломаем ноги. Не ломаем ноги. Не ломаем ноги. Никого нету тут, хорошо. Гнездо мое было спрятано под деревом. Ну давай, гнездо, выбирайся. Черт, пришлось сесть. Так, все, я ухожу отсюда. Можно было, между прочим, и назад вернуться. Думаю, опаньки, не сломать. Думаю, сюда бы они вновь не пришли. Так что бояться смысла не было. Такс. Я уже тут. Бегу, 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 бегу. Я здесь, я жив. Мы все живы. Ну не все, конечно. Но большинство, тем не менее, выжило. Правда, мои самые дорогие друзья... Где RMC? Тут, фух. Дима здесь. Они хотят крови. Зачем они нас истребляют? Потому что нас стало много. 14, как бы, не самых приятных динозавров. Ой, туда я не пойду, там ноги ломаются. 14 не самых приятных динозавров мало кто хочет видеть. Почему? Потому что они действуют на нервы сильно из-за своей скорости. Так, я тоже присяду, чтобы ничего не сломать. Аккуратно, 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 аккуратно. Идем, 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 идем. У меня идея, куда он так рванул? Нифига себе. Они там, это где они там? Бегу за RMC. Чик-чик-чик, за сынулей, за опытным сынулькой. Куда он, куда он, куда он? Не видно. Вот он. А вот он я. Такс, 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 что-то, что-то. Что это за место? Это чертов аватар, где, помните, земля взмывала воздух и летала. Это аватар. А! Фух! Не сломал. Что-то он замышляет. Так, да блин! Не сломать, не сломать, не сломать. Фух! Как же я не люблю... Не люблю эти грёбаные камни. На такой скорости ноги ломаются просто мгновенно. Ну, мы возле близнецов уже выходят. Получается, что так. Да, мы возле близнецов, все верно. Я смог сориентироваться, ура. У меня стамина заканчивается. Вот это не здорово. Придется идти пока спокойным шагом. О, эрор, сломал ногу. А где эрор? А, эрор вообще в другом месте. А где эрор? А, он там далеко. Ютки. Ютки. Вон он идет, этот ютка. Идет, кричит, сволочь. Ну иди кричи. Иди кричи. Бляха, муха, там тоже враг. Чё-то как-то здесь жарко. И ютки, и херютки. Пойду-ка я пробегусь пока. Затеряюсь среди деревьев. И все будет хорошо.
И все будет отлично. Меня больше не найдут. Без стамины там делать было нечего. А ты хочешь прям таки возле близнецов поставить гнездо? Одно дело, когда мы были на высоте, да, возле этой вышки. До нас было сложно добраться, но все равно кто-то это делал. Плюс была большая территория, которую можно было просмотреть, да, издалека. И о приближении противника узнать проблемы не было. А вот здесь как бы уже ситуация другая. Так, нашел так нашел или нет? Дайте-ка я тоже понюхаю, посмотрю. Да, озеро есть. Но то ли это озеро? Наверное, то. Ладно, идем. Меньше вопросов, больше дела. Меньше вопросов, больше дела. А, так я знаю это озеро, оно... Ага. 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 Ага, там Карна сидит просто и ждет. Зря шли. Это Рексы? Разве это не Карна? Я думал, что это Карна. Ну-ка, посмотрю. Рекса-то бояться точно нечего, если только я не врежусь в дерево. Да, это Рексы. Или это не Рексы? Что-то он... Ха-ха-ха-ха, Рексов будем дразнить сейчас. Маленькие Рексики. А как они туда забрались вообще, мне интересно? Эй. А да, они сидят там, растут, малыши-милыши. Ладно, погнали на пляж. Повоюем. Если там будут какие-нибудь джувики, можно будет устроить дестрой жесткие. Замучить их, замучить. Как мучили сейчас нас, будем мучить теперь и мы. Только будет ли кто-то здесь? Надо бегать вдоль пляжа и искать добычу потенциальную. Он уже кого-то нашел? Или ты просто патрулируешь? Не получится, не запрыгивают они, к сожалению, на... боксы на эти. На контейнеры. Во, вспомнил слово. Ты не можешь запрыгнуть. Только ютки могут так высоко прыгать. А этим ребятам прыжок, по сути, вообще не нужен. Ну и, похоже, из бойцов взрослых остались только мы. Ну, не бойцов, то, не то чтобы бойцов, а... просто ребятка. О, Дима! Ты чего? Ты чего? Ты что такое делаешь? Ты... Ха-ха-ха! Пойду к врачу сейчас. Как там стая поживает? Ответят мне или нет? Я не хочу, чтобы стая шла сюда. Слишком большой риск. Мы ее долго выращивали, если они все погибнут. Я хочу сохранить им жизнь. Я же их бабушка. Я должен их оберегать. Все, можно вставать и бежать искать малышей. Ух, не сдобровать им будет. Стоит только попасться нам на глаза.
Я слышу какие-то звуки, но издают ли их малыши? Это остается вопросом. Так, с нас уже четверо, да? Эрор тоже здесь. Если вдруг малыш наш заметит, он даже убежать не сможет. Вот в чем ситуация. Чисто охотники. Скоростные болиды. Спортбайки на двух ногах. Так, ладно, думаю, можно пробежаться. А еще лучше сделать так. Обожаю этот режим. Режим скорости. Ну, ладно. Не буду бежать. Стамину типа оставить. Ну, блин, пока мы с такой скоростью будем бежать, мы хрен кого найдем. Правда, скорость такая, какая у некоторых динозавров во время спринта, да, у нас обычная. Так что тут как бы... Не знаю, какая скорость, сколько километров у этого динозавра, ну вот в обычном режиме, да? В расслабленном, назовем его таким образом. В расслабленном, не знаю. Ну что, реально никого нету? Похоже, мы еще нескольких человек потеряли. Да, мы потеряли... А нет, они в другом месте. С ума схожу. Они решили отпочковаться от нас и двигаться туда вместе. Ну, это правильно. Если стая разделена, то шансов на выживание больше. И самочки, в случае чего, смогут возродить самцов. Ну и новых самочек. Оу. Что? Где Дилка? А где Дилка? А кто это? Блин, я пить хочу еще, к тому же. Ну, если дождь пойдет, он спасет меня. Все равно я не оставляю надежды, что кто-то на пляже может нам повстречаться. Очень хочется. Должно же повезти, хоть кто-то должен заспавниться. По-любому, оу. Просто пляж-то, ну, немного... Вот сейчас не то место. Надо идти туда. Вон там обычно люди переплывают, потом прячутся в лес и бегут на близнецов. Это стандартный классический маршрут. Такой шелковый путь, если пожелаете. Ну или на той стороне нужно ловить. Здесь особо никто никогда не спавнится, поэтому... Ну и шансов на поимку маловато. Ладно, друзья, на этом мы пока остановимся. Продолжим с вами в следующий раз. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, эта серия была интересной. Я постарался не умереть, выжить. Чтобы вы смотрели, как я страдаю и не могу выжить. Но я выжил! До новых встреч, пока, если понравилось. Ну и хорошо, я рад. Пока.